Привет, друзья, я как Гордон Фриман, идущий по бескрайней вселенной. И сегодня мы вместе с вами поиграем на сервере заключенных. Мы попадем с вами в тюрьму, из которой нам нужно будет сбежать. Но для начала я советую вам зайти на fixmind.ru. Самый лучший настоящий гриферский сервер. То бишь мой. Ну а перед тем, как мы зайдем на сервер, надеюсь, то, что вы уже поставили лайки. Если мы наберем под этой частью 100 тысяч лайков, то следующий сервер выйдет очень-очень скоро. Ведь мы успешно набрали 100 тысяч лайков под прошлой частью. Спасибо вам огромное. И спасибо каждому, кто подписывается на канал. И в общем-то всем-всем-всем спасибо огромное за поддержку. Вы не представляете, как сильно я это ценю. Вот еще раз хочется сказать спасибо. Вам приятного просмотра, а мы начинаем. Мама, я в Ютубе. Ты реально в Ютубе, Данил? Сервер заключенных, вот это вот будет, мне кажется, очень интересно. Так, сразу же приветствующая надпись, жизнь ворам. Ладно, хорошо. Вечер в хату, понятие. Зашел в камеру, назвал имя. Подъем в 6 утра. Ненавижу вставать утром, мыло не ронять. Но это, в принципе, завсегда-то. Четвертое, запомни, ты тут гость, но будь как дома, только под палкой. Чего, блин, сейчас подойдет начальник? А, мне даже выйти нельзя, серьезно? У них тут проверка на самом начале. Опачки, надзиратель Алиса. Опять в камеру вести к этим. Привет. Так, стоп, а я и почему я колючки только что это заметил? Ладно, неважно. Дайте мне выйти. Да выхожу я и так. Привет, Алиса. Вы очень красивые сегодня. Не дай бог это фикс это посмотрит. Нужно к ней, так сказать, притереться, чтобы она меня сильно не карала. Потому что она здесь надзиратель, как я понимаю. Да можно мне выйти или нет? Новичок, да, еще какой новичок? Что-то интересное намечается. Опачки, там уже аниме какое-то, Такеши. Опачки, здесь еще какие-то, смотрите, копы, они повсюду. У меня есть небольшой план, как отсюда сбежать уже. Боже мой, как их здесь много. У них вообще шторы завешены. Кому бы тебя? Давай к этим. Нет, давай к тем. А хотя их там и так уже много. Барыга, Биг Джонни. О нет, это Такеши и Такияки. А, ладно. Здорово, я тут новый. Но считайте, что я уже старый. За что присел? Да вот паспорт забыл. Да, почему бы и нет? В смысле? Ты чё так кучеряво говоришь? Я, конечно, их жаргон не знаю, но... Ты чё встал? Я лучше сейчас вообще сяду на этот унитаз, начну... Вот тебе, да-да-да, вот что слышишь, то и будет происходить здесь. Не стрим мне тут. А вот если у меня запорчу, мне даже ачивку получил. Итак, вилку, глаз или ты чё? Условия мне здесь будешь втирать. Ты сам сейчас выбирать будешь. Отбой. А где мне сидеть? У меня ни стула, ничего нету. Так, моя полка сверху. Все, мне вообще все равно. Заткнитесь там. Как говорится, спи моей радостью сни. Намечается что-то грандиозное на этом сервере. Серега, боже мой, ну почему он не спит? Ложись спать, выкиньте его с туалета. Так, я сейчас возьму и сам разберусь. Они что, издеваются там что ли? Алиса, а ну сделай что-нибудь. Мы уснуть не можем. О, господи, о, боже мой. Ладно, я понял, с этим Биг Джонни лучше не шутить. Вы видели, что у него там? А, стоп, так он же, он барыга. Все, я понял, если что, обращусь к нему. Например, чтобы лопат у него выкупить или еще что-нибудь. Посмотрите на чат, что у них там происходит. Все, спим. Опачки, доброе утро. Ты чё меня... Не понял! А чё... Мы чё с ним вместе, что ли, спали над кроватей? Ты чё на моей кровати забыл? Хе-хе-хе, не понял. Это получается, когда я заснул, он ко мне поднял... Ладно, ладно, все. Тебе покушать принести... А, стоп, это Серега, нет. Серега на противоположной камере. Опачки, все, выходим. Опа, все, бегу, не знаю, куда бегу, но бегу. Отлично, меня высвободили. Куда бежать? Здесь повсюду камеры. Здесь те, куда бежать. О, нет, здесь везде камеры. Ай, надо было в ту сторону бежать, там выход. Сдох, пацанчики, просто заноза. Я колючка, а не заноза. Я пошутил. Как тебя звать-то, петух? Я колючка. Какой еще петух, красавица? Это из-за того, что я просто сбежал. О, боже мой. Ладно, все, они у меня напросятся. Они у меня своего напросятся, конечно. Как их здесь много. Я вам еще покажу, кто здесь петух. Это что настолько? А, это душ, блин, бесполезная фигня. А, петух-колючка, вот этот намного лучше. Да, дайте мне пройти. Да, вы издеваетесь, что ли? Давайте, проходите уже. Строй и за мной. Какой еще строй? Ладно, давайте в строй. Господи, боже мой, да вы можете пройти или нет по порядку? Ну, где здесь вообще дисциплина, порядок? Вот, например, Такияки, вот нормальная девушка или парень, я не знаю, кто это. Ты что, меня ударил? Ты сейчас разборки еще будут. Серега, ты попутал. Не на того нарвался. На. На, сейчас забью его. В тюряге только так здесь и все и происходит. Так, стоп, а зачем я с Такияки-то дерусь? Так, Такияки, ты мне все равно с самого начала не нравился. Ну все, успокоились. Нифига себе, у нее палка мощная. Тихо, все, мы успокоились. У меня опять никнейм изменили. Теперь хотя бы фиксай, ну ладно. Возможно, здесь как-то титул надо зарабатывать. Потому что, например, у этого барыга. Причем надзиратель знает, что он барыга. Или стоп, может быть, это только заключенные видят. Не знаю даже. А, смотрите, у них даже здесь есть красная зона. Не надо выстраиваться. Опачки, это кто еще тут пришел? Директор тюрьмы Блэк. Так, что это за мусор? Ты кого мусором назвал? Ты мусор. Ха-ха-ха!
Это, в принципе, гениально. Да куда? Все, извиняюсь. Ай, ладно, не буду сильно быковать на них. Вот что скажут, то и будем с вами делать. Все-таки мы зашли на сервер, мы новички. Опа. Опачки. Ай, куда? Да, боже мой. Нет, он спалил. Я заберу. Нет, он забрал себе. Ай, барыга. Боже мой. Ну что ты натворил? Ты что натворил? Теперь ни у меня, ни у тебя нету. Ну все, напросился. Теперь его в карцер. Вот кто настоящий петух. За мной будете выполнять. Я еще твою но... Ладно, все, я не буду буковать, хорошо. Так, ну пойдемте за этим директором тюрьмы Блэк. Так, стоп, я могу здесь стать? А, нет, нифига себе. Это электрические щитки. То есть, как я понимаю, шанса пока что сбежать у нас никакого. Такого нету. Так, это что такое? Топоры можем срезать, зарубить кого-нибудь. Сейчас. Ладно, не буду никого. Это опасно, это очень опасно. Должны вырубить тут все. А, вообще легчайше, без проблем. Так, дерево дерево. А, какие еще древесные жуки? Вот этого только мне здесь не хватало. Так, стоп, а я незаметно могу, например. А почему Биг Джонни-то в карцер-то не... Большая злая корова, что? Я ж могу перелезть здесь. Да, могу. Нет, нифига подобного. Я не могу здесь перелезть. И еще опять-таки на этот... Ай, на ключу проволоку наткнулся. У него все-таки осталось. Это нож. Офигеть. Наверняка топоры у нас потом заберут. А вот нож, никто ж не знает, что он у меня есть. Смотри, не просри. Все, без проблем. Если что, потом ему поможем. Наверняка он знает способ сбежать отсюда. Но пока что я вот так вот просматриваю, смотрю, и вот ничего из такого подозрительного не вижу. Везде это колючая проволока. Так вот, сделаю вид то, что как будто бы я кладу, и все нормально. О, смотрите, здесь можно заточку себе купить. А ну-ка, стоп, а мне хватит, интересно, бревна? Так, 16, блин. А нужно 25. Ладно, мне в любом случае нож дали. Окей, без проблем. А, зато я могу себе мыло купить. То какой от него смысл, потому что в любом случае его придется ронять. Ну да ладно, мыло я все-таки куплю. Опачки, замечательно. А мне уже кто-то дал. Барыга топор вернул. Так, еще топор у кого? А, блин, здесь же все просматривается. Ай, даже не помогло то, что сюда вместо топора положили доски. Мы почти их обманули. Ладно, все, придется класть. Все, положили. Понять бы еще, как этим ножом воспользоваться. Но я могу консервные банки открывать, например. Так, это что за место такое? Какая-то шахта. Господи, эти щитки, они так сильно шумят. А теперь туда. Ладно, здесь нож будет очень-очень опасно доставать. Потому что меня тоже могут в изолятор спокойно посадить. Обменщик рук. Что, блин? Шлем порядочного арестанта. А, я теперь понял, как мне титул повысить. Мне, походу, нужно добыть эту всю руду и обменять на вещи. Директор, тут я могу повысить титул? А то петухом до конца дней не хочу быть. А, я сейчас тебя повышу. А, смотрите, он написал, какой титул. Все, я понял. Так, кирка, беру кирку. Я все понял, они реально наши титулы не видят. Только мы, заключенные, это видим. Получается, если это РП-сервер, то мы можем стать и надзирателем потом в будущем. Это же очень круто. Нам нужно сейчас побыстрее добыть как можно больше руд. Не помню, уголь там нужен был или нет, но в любом случае его я тоже добуду. Так, Вита Скалета, ты из мафии, что ли? А ну иди отсюда, ты моя вообще-то. Так, я сейчас тоже достану, тебе вообще не поздоровится. Нет, все, тихо. Ух. Так, ладно, уголь это хорошо, но мне нужно что-то покруче этого. Может быть, подальше спуститься? Ну да, я вижу, там абсолютно все заключенные, они там внизу находятся. О, он мне уголька скинул, спасибо. Давайте его мыло ему скинем. Опа, нет, Алиса увидела обмен. Нет, ничего такого не было. А, я добываю камень. Вот камешек, да, камешек добываю, все хорошо. Вот железка здесь есть. Работаете? Еще как! Потеем вовсю. Тут нефть потекла, стоп, Колян, где Колян? Он внизу, что ли? Какая еще нефть? Так, это Такеши, нет, это Колян. Блин, а я не вижу здесь никого, странно. Так, стоп. Пока Алиса наблюдает за этими, я могу вернуться обратно. А нет, она сама возвращается туда, блин. Ладно, в любом случае. Получается, уголь и железо. А где мне найти изумруды и алмазы? И если их уже нашли, то... Да ты посмотри на него, ты как... Ты сейчас всем уже, что ли, обнаглел? Да сейчас ножом я тебя как, а ну иди сюда. Еще раз ко мне подойдешь, петухом станешь. Ты усек. Ой, там Алиса. Начальник, меня бьют. Вон он убежал. Скалета. Ой, не дай бог, меня сейчас назовут шестерка какой-то. Это ж у них тут по принципам такое вообще не позволено. Эй, новичок. Да, бро, я уже третий месяц подряд выигрываю добычу руды в шахте. В смысле, третий месяц подряд? У них каждый день, что ли, одно и то же происходит? Я хочу передать тебе мой титул. Я буду только рад. Это изумруды и алмазы. Офигеть, а где он это все надобыл? Еще и золото есть. Стоп, а мне же золото придется переплавлять как-то. Он тупая крыса и ничего не делал, честно. Я честно все собирал, но он брал и воровал у меня. Так это что, оправдывается не я? Степан, благодарю. Ладно, так уж и быть, мыло я ему тоже скину. Я, правда, его сейчас уронил, но в любом случае. Так, все, погнали тогда наверх. В принципе, здесь я свою работу закончил. Хотя сколько там осталось? Еще минута где-то. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Алиса, мне тут по секрету Вита подкинул кое-что. Вот, это он.
все. Можете отпечатки увидеть. Хотя как они отпечатки? Опачки, Вита здесь стоит. Да я и так вижу. Капец тебе, Вита, беги лучше. Он оправдывается. Он тупая крыса. Все, у тебя заключенный сбегает. Нифига себе, у Биг Джонни там биг алмазы. А, вот, я здесь могу пока что переплавить, пока они там разбираются. А, я теперь понял, для чего нужен уголь. Стоп, я смогу украсть. Да-да-да, все золото мое. И никто не поймет, что это я был. Да в смысле? Такеши, ты что? Так, стоп, посмотрите, у них разборки. Что у вас там происходит? Спокойно, в карцер Вита, докладывай, хорошо. Смотрите, что он дал новичку. Ну все, Вита, доигрался, дружище, доигрался. А сколько там нужно всего золота? 5, замечательно. Так, блин, здесь все... У меня кто-то золото крадет, это был Колян, 100%, я знаю. О, кто ты сейчас был? Это Биг Джонни! Биг Джонни, не ожидал от тебя. Я думал, ты друг. А, это не он? Ребят, вы, если что, читайте чат, потому что тут какие-то разборки происходят. Он всех своих сдает. Так, мне пока что не до этого, мне еще 2 золота нужно. Серега, ради бога, дай одно золото. Зачем он камень добывает рукой? Ну ладно. Директор, он хотел своего братана Биг Джонни засадить и против него пойти. Это вранье! Карцер его! Как? Он написал просто как. Я его титула не увидел. Вот поэтому он камень добывал. Ладно, хорошо, обратимся к кому-нибудь другому. Вот, смотрите, у Коляна полный сет уже. А, стоп, а у него понож нету, да? Значит, у него золота нету. Ну это, в принципе, логично, гениально. Джонни, отойдем. И, кстати, молодец, благодаря тебе минус Вита. Ну так я старался. Че, мне назначен новый титул? Ну наверняка, я же все-таки слил какого-то очень плохого человека. Да, в хате дадим. О, кайфово, четко. Джонни, помоги, бро, дай золото. Опачки, наконец-таки, слава богу, спасибо, 6 штук. Так, стоп, у них опять какие-то разборки. Что ты видела, Лисочка? Ты что тут стоишь? Иди, меня Лиса сюда отвела в кучу, я пришел. Господи, да что ж у них там происходит такое? Все, я наконец-таки могу купить себе полную броню. Надо железо переплавить. Ну, господи, боже мой. Ладно, все, куплю себе только вот эти вот штаны, ботинки, а также нагрудник. Опачки, 7 железа, неплохо. Так, и здесь нужно еще 3 переплавить. Со мной наверх все. Блин, я не успеваю. Начальник, одну секунду. Серега. Алиса, тут проблема. Тут Серега. Ну это как бы... Это что? Это секретный подкоп! Ой, мы можем сейчас же Алису забить вообще спокойно. О, нет, директор пришел. Нет, все, ладно, я понял, не будем этого делать тогда. Его просто выпинали оттуда. Как копать? Он пишет, как копать, я правильно копаю. О боже мой, какой у них странный сервер здесь. Какие странные игроки. Победа Бига Джона скинули даже. Тогда надо кого-нибудь скинуть. Вот Серегу, пускай Серега туда упадет. Вот давай. Что он делает? Почему он блоки здесь ставит? Всем тихо! О, наконец-то всех уже успокоили. Анархия происходит нереальная. Изолятор сейчас будет. Теперь самое трудное. Все за директором. Испытание. Ой, ну точнее, ну вы поняли. Трудное испытание. Подоить. Большое му! Большая злая корова! Да я от самого начала видел эту надпись. Большая злая корова. Я не знаю, что это за корова, как она выглядит, но... Стоп, это она что ли? Офигеть, она огромная! Стоп! Она что? Она бьет всех! Настроена агрессивно! Ой-ой-ой, офигеть, как она сильно бьет! А здесь еще и маленькие коровы бьют! А где мне взять это молоко-то? Куда мне наливать? В руки, что ли? Здесь ни верстака, ничего не... А, я могу верстак скрафтить. Так, вот пока они там разбираются, все вот эти вот. Хотя играть не первый раз, не знаю, что они там это... Столпятся все. Я себе по-спокойному скрафчу сейчас ведро. Она нифига не доится! Или не доится? Не доится, не доится. А как ее подоить-то? Может, ее загасить надо? Опачки, там Биг Джонни с этими стажами. И нормально вообще. Пусть пытается. Офигеть, как у него много хп. Как же долго они добивают! Вы это видели? Так, и что, из нее что-то выпало или нет? Я не понимаю. Ой, стоп, я кирку с собой принес. Господи, что он построил? Так, тихо, надо кирку спрятать, чтобы никто этого не видел. У меня молоко. А, надо Степу подкупить, надо подкупить Степу. У меня же алмазы есть. Нет, уже Блэк пришел. Степа, дай молоко. Я просто ему алмазы скину. Дай мне молоко, я... Да, о, отлично, он мне скинул молоко. Ух, замечательно. Вот молоко. У меня тут бык был. Откуда молоко? Это был бык, чтоб... А каким образом они молоко достали? Вы как быка подоили? Это уже не важно. Надо кому-нибудь подкинуть. Надо кому-нибудь подкинуть. Кого я здесь не люблю больше всего? Вот Сереги, он все равно тупой, ничего не понимает. Надо Сереге подкинуть. Так, Серега, остановись, пожалуйста. Остановись, Серега. Надо Сереге подкинуть. Вот, пускай он возьмет кирку. Зачем он бьется? Начальник, вот у Сереги была кирка. Ха, нет, в итоге пострадал не Серега, пострадал Такияки. Но здесь, как говорится, наши полномочия уже все. Да, кто сломал? Не знаю, кирки не было. Блин, так. Какой шанс был сейчас свалить? Я что-то забыл, что у меня кирка. Я мог остаться спокойно в той шахте и прокопать себе путь. Но я вообще
что-то забыл про это. Ладно, сейчас вернемся в хату и спросим у барыги, как отсюда можно сбежать. Господи, да как же здесь много дверей, это ужас. А, вот они и камеры. Так, а где наша камера? Пятилетку, да, срочно. Откуда здесь этот постер появился? Так, вот она моя камера, я ее помню. Так, ага, все, заходим. Опачки, картишки разложили здесь. А, все, иди, ты вот теперь петух. О, шестер... Не понял. Это вся твоя благодарность? Ну что, ты молодец, еще какой молодец? А почему я стал шестеркой? Вот так он и бывает, тут помогаешь им, помогаешь, они тебе вот в лицо плюют. Все на своих местах, отдыхайте пока. Ладно, такияки, садись. Может что-то влезет тебе, если сядешь. Но это уже твои проблемы. Я бы не советовал сюда садиться. В душ все. Понял, понял, все, выходим, выходим в душ. Даже отдохнуть не дали. Ну, как говорится, поработали, теперь нужно и обмочиться. Ну, не в этом плане. Так, душ я где-то, кстати говоря, видел. А, вот он, прямо здесь напротив. Опачки, шкафы какие. Здесь лом есть, здесь есть лом. Ладно, я его пока что брать не буду, а то вдруг спалят, потому что наверняка нас будут еще осматривать. Тут, походу, какие-то прежние игроки оставили лом. Кого ты душ? Да дайте мне зайти в душевую саму. О, теперь твое имя профиксай. Вот этот уже намного лучше. Где срать, где срать? Серега, прямо здесь в душе. Так это было не настоящее мыло, вот оно мыло. Слушайте, мне кажется, главное его здесь не ронять. Там же в правилах это было написано. Директор, вы там сами за ними следите, я, пожалуй, выйду отсюда. Ну да, вот именно, чтобы это не подсматривать. Ой, извините, директор, извините, пожалуйста. Так, надо обмыться. О, как раз таки освободилась душевая. О, да, так классно. Трёмся мылом, тыры-пыры, там все так. О, нет. Нет, главное, чтобы это никто не увидел. Этого никто не увидел же, да? О, там кто-то тоже уронил мыло. Серега, где твое мыло? О, боже мой, а ему вообще нормально этому директору? Здесь как бы человека убили. Опачки, тайный проход, там тайный проход. Как, надо ломать быстрее, надо ломать. Нет, ладно. О, он открыл. Он все застроил. Директор, там в соседнем корпусе драка, может, проверите? О, да, я тоже слышу. Все на выход, быстро. Давайте, так. Посмотрим, лом на месте или нет. Стоп, здесь кто-то сырую говядину подложил к этому лому. Значит, кто-то все-таки знает, что здесь есть этот лом. Осталось только понять, чья это говядина. Ну ладно, все, выходим. Сейчас нужно будет у барыги спросить. Я ж могу урвать могу. Сейчас. А, нет, это столовка. Нет. Меня сейчас спалят. О, нет, там директор. О, а я уже здесь, я уже. Надо смешаться в куче. А стоп, куда я иду? Погодите. Я, кажется, туда прибежал, все, извиняемся. Да, тихо, иду я, вот там, мыло, подскользнись, я могу застроить выход. Тихо, оп, все, легчайше. Блин, в такой суматохе вообще легко сбежать. А, он спокойно прошел, все безуспешно. Вита, получай за точку под ребро. А там еще кто-то начал пердеть. О, боже мой. Опа, стульчак свободный. А, ты опять не успел, лох. Ты мне сломал броню! Ты мне броню сломал! Джонни! Дай заточку! Это не твой стул. Эх, ладно, посижу на толчке. Да, так-то будет намного лучше. Так, мы тебя переводим в другую камеру, а то у вас там слишком много. Опачки, вышел фиксай. Прости, Джонни, стул твой не нужен. Так, все, наконец-таки. В какую камеру меня посадят? Опа, сюда что ли? Вообще прекрасно, замечательно. Опачки, лук-батун. Нифига себе. Это я себе возьму, заберу. Нет, это не настоящее. Он через тире. Настоящий лук-батун не через тире. Так, бывалый, привет. Чего надо, пацан? А, я сбежать отсюда хочу. Ты тут потише будь. Если хочешь отсюда сбежать, то для начала принеси мне лом, тогда и поговорим. Этот ломик я спрятал в шкафах рядом с душем. А, так я как раз-таки его и видел там. Вообще без проблем. Блин, но здесь в этой камере как-то скучно. Здесь вообще народа нету. Какие-то выключатели. Вот и помер, здесь фикса. Так, время кушать. Ю-ху! Давно мы не ели. Хотя я вообще не голоден. Сейчас, пока всех будут высвобождать, мы с вами по-быстрому смешаемся в куче и забежим в душ. Вот, пока он дверь открывает. А, нет, он наблюдает, блин. Если они здесь сейчас все выстроятся, я сейчас по-быстрому смогу взять этот лом. Так, все, тихо. Беру лом. Там, стоп, там уголь добавился. Опачки, все, я уже здесь. Так, лом я забрал, замечательно. Никто ничего не увидел. А что это там Вита Скалета пошел? А, это что, тот самый Вита Скалета? Его что, выпустили уже, что ли? Опачки, алмаз. А, он его захапал. Да кто там пердит постоянно, я не понимаю. О, это чё? Я теперь могу к вам подсесть? У них же как здесь вообще заведено? Лохи за одним столом, другие нормальные пацаны за другим столом. Чётко. Чем мы обедать-то будем? Подождите, стоп. Серёга. О, боже мой. Классно пердиться. Это мемная фраза. Классно пердиться. А ну иди отсюда, Степан. Моя очередь. Серьезно, это ядовитая белорусская картошка? Нафиг с тебе взял? А, Джонни, так ты мне уже положил. Господи, спасибо тебе большое. Я сделаю вид, что я это типа кушаю, потому что... Опа, все, пускай эта картошка у него будет еще одна. Все, он все схавал. На тебе еще немножко картофеля. Я наелся. Можно в камеру? Мне как бы сбежать уже хочется. Все на улицу. О, замечательно. Так, стоп, погодите. Нужно как-то мне дать этот лом тому бывалому. Он же
же там остался в камере. Быстрее, пока все проходят. Да дайте пройти. Бежим быстрее. Где камеры? Это что? Это камеры. Замечательно. Вот они. А, отлично, спасибо. Они мне походу помогают, либо я не знаю, что они делают, но. А, я ж теперь обратно все дверцы не смогу открыть. Молодец, вот тебе ключ. Иди на улицу, там увидишь склад. Открой, найди в ящиках кирку. Потом возвращайся ко мне. Дайте, блин, там Алиса стоит. Привет. Алиса, у тебя такой красивый макияж. Вот, да, держи тебе лук-батун, он со мной не настоящий. Вот тебе цветы. Спасибо, но на улицу. Хорошо, без проблем. Давай, Вита, Скалета, выходи, так уж и быть, я тебя освобожу. А, они все на улицу, что ли, уже вышли? Так, это что такое? А, это улица. Да, они все внизу уже. Так, склад. Я, по-моему, видел склад. Это, по-моему, вот этот вот. Да, точно. Откуда телевизор? Опачки, это телек. Опачки, я телек и украл, все. Беги, фиксай, беги. Ха-ха-ха. Вот, положи его здесь. Что? Что такое? Вот он, телек. Это Серега! Так, пока не здесь. Нужно быстрее бежать на склад. Я надеюсь, что они не заметят то, что меня здесь нету, потому что и все равно там очень-очень много. Мужики, не палите. Нет, не палите. Так, вот он, значит, склад. Степа, пожалуйста, не пали, уйди отсюда. Я в курсе всех дел. Главное, чтобы меня не засекли. Куда Биг Джонни побежал вообще? Что они творят? Джонни, не палите. Идите в строй. Я вам расскажу все. Раз они сбежать не могут, то этим займусь я. Агент Фиксай по недвижимости. Ой, какой недвижимости? Неважно. Так, ящики, значит, так, вот мой лом. Опачки, да, ломается. А, это все не то. Опять лук-батон. Стоп, не настоящий это лук-батон. Морковь. Опа, нет. Ух. Я надеюсь, что это не слишком громко, потому что здесь все равно очень шумные вот эти вот стены. Так, продолжаем. Это здесь ничего нету. Здесь тоже. Так, еще какие-то. Опачки, кирка! Да, кирка, все есть. Мне рычаг сломали. Ладно, тогда я сейчас побеспалеву. Сломаю вот эту вот дверь. Джонни, что ты тут делаешь? Джонни, дверь поставь! А! Ух, слава богу. Кого-то не хватает. В смысле, я здесь, я все это время здесь был. Я тут. Я потерялся просто. Так, ничего ж не было видно, да? Да, вроде все нормально. А почему тут открыто? Я рычаг забыл забрать. А, штраф 3000 приседаний. Ладно, все, приседаем. Вот, приседаем. Да хватит пердеть, Серега, ну сколько? Я знаю, что это ты, уйди. Фу, господи, можно мне перейти куда-нибудь в другое место? А здесь заканчивается уже шеренга. Так, это что такое, подождите? Это новейшая советская табуретка. А чё он меня ударил? Это новейшая табуретка. Откуда у тебя это? От верблюда. Знать места надо. В офисе поставлю. Вот, директору понравилось. Мы с ним нашли общий язык. По камерам, да без проблем вообще. Да, наконец-таки я сбегу отсюда. Как долго я этого ждал. А я все думал, когда же этот судный день настанет. И вот он наконец-таки настал. Ха-ха-ха-ха-ха. Это что такое? А, это изолятор? Тут изолятор есть, оказывается. А если у него пройти? Да вы мне всю броню уже сломали. Дай мне изолятор пройти. А, ладно, все, ну его нафиг. Быстрее. Так, заходим. А, бывалый, привет. Неплохо, теперь видишь камеру напротив моей? Вот туда иди, там пацаны знают, что дальше делать. Отлично. Надо, чтобы меня кто-нибудь выпустил. А, вот, все, меня выпустил. Давай. Хорошо. О, Алиса, тут такая ситуация. Воняет в камере у бывалого. Можно меня перевести? Да вот Кэт. Тому, напротив, там хотя бы понос нормальный. А, стоп, это что, это Серега, нет, только не к Сереге. Ладно, я потерплю, ой, не надо. На свой страх и риск, господи, хватит пердеть, господи, сейчас туалет этот твой сломаю. Ой, я походу смыл. Пойдем отойдем. Стоп, он что, разговаривать научился, что ли? Серега, мне сказали сюда прийти. Ты реально подумал, что я... Подожди, в смысле? Ты что, обманул меня? Я тут специально дурачком прикидываюсь, параллельно с помощью этого пытаюсь сбежать. Ты выполнил все квесты, ты молодец? Что, это он, что ли, все задумал? А как нам теперь сбежать? Смотри, что есть. Да ладно? Да тут прям проход есть. Так, стоп. Ладно, я устал, а уже с вами пойду часть ромашка попью. Одному, наверное, спускаться, собирай всех. Так, ладно, хорошо, надо помочь всем остальным. Мужики, сбегаем. Так, надо еще других выпустить как-то. Так. Вот вы тоже сбегайте. Никого ж нету, да? Бежим, быстрее. Так, все, бежим. За мной. Быстро сюда. Спускаемся вниз. Что это за место такое? Это канализация какая-то. Да, я вижу свет. Это, кажется, свобода. У меня кирка. А вы мне не верили. Вы готовы сбежать? Еще меня петухом назвали. Все, погнали. Свет, отлично, наконец-то. Бежим. А, боже мой, здесь полиция! Бежим! Я не знаю, куда-нибудь, вон туда, я в лес куда-нибудь! Вы куда? В смысле? А чё они все там остановились? Ты прошел наш ежедневный квест по побегу из тюрьмы. Поздравляю с завершением квеста. Ой, дураки, молодец, ты прошел. Подождите, в смысле квест? Это чё за... Ты сделаешь что такие? Меня, значит, тут заставили на сервер зайти. А вон фейерверки кидает. Это у них чё, каждый день, что ли, проходит такое? Я думал, здесь по-нормальному, там, не знаю, сбегаешь из тюрьмы, потом начинается что-то еще интересное. Возвращайся по РП, а теперь назад. Заново проходить, что ли? Кстати, вход на квест стоит 2000 рублей. Чего, блин, какие? Меня, значит, тут заставили зайти на сервер, сказали, типа, сбежать из тюрьмы, там, так далее. Ты за предоплату не заплатил, у них ещё сервер платный здесь. Он, конечно, интересный, но, блин, я не собираюсь еще раз у них тут играть. Не-не-не, спасибо, парни, без меня я наигрался. Давайте пока. Все, я выхожу с сервера. Такого поворота вообще не ожидал, это что-то новенькое. Наигрались и хватит.
Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. А если это так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Куча цветов, а лука батуна нету. А для вас старался Фикса, не забывайте смотреть предыдущие видео, ведь они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!